За что я деньги отдала? Ладно бы, если бы это еще весело было и работало нормально. Но, блин, кнопочка, мать твою, не работает. Кнопочка гребаная, я просто не знаю, как это нельзя было сделать. Там сзади еще кто-то сосался, окей, насрать. Ну, ладно, ну ты сам виноват, окей. Так и быть, признаю. Сейчас пробуем шоквейв сделать. Нет, нельзя. То у меня кнопка отключается бега, то нельзя сделать. А может у меня кнопка А сломалась? Это тоже вариант, конечно. Конечно, грустный вариант, но вариант. Офигеть, меня куда взрывом отнесло. И чё, да ну нахрена, да чё такое в самом деле, подождите. Я не хочу играть, когда ничего не работает. Подождите, я бы сейчас посмотрю кнопку А работ... Да мать твою, я хотел выйти из этого, а не похи... Да, и когда я хочу выйти из задания, эта менюшка где-то должна быть третьей там, твою мать. Интерфейс, конечно, просто великолепный. Теперь мне снова ехать до этого задания. Это просто охренительно. Где это говно? Господи, убейте себя об стену, черт разработчики, а! Больше никогда не буду покупать Season Pass. Никуда. Я думал, они будут реально сюжетные DLC выпускать, ну может одежды там какие-нибудь мелкие. Но чтобы такое говно выпускать, ну ребят, мне хватает дополнительных заданий, вот честно, я их еще не прошел. Нет, надо выпустить через 2 месяца после выхода игры дополнение, которое добавляет дополнительные задания, которые еще более убогие, чем те, которые есть. Я просто не понимаю. Я промолчу. Давайте просто послушаем музыку, расслабимся. Какую-нибудь там вот эту. Ну, эту и слушали. Вау. Классно, конечно, я сейчас прилетел просто кому-то, оставил свой след. Я просто не понимаю, там на удачу, если ты пропустил уже какой-то там один из поворотов, если у тебя комбо где-то сняли, все, ты в жопе. Ты уже не накопишь 500 тысяч. Окей, поехали. О, этот был счастливчик, ускользнул от меня. Так, одну пропустил. Shockwave unlocked. Окей. Ну, есть, ну пожалуйста, ну. Спасибо. Снова Shockwave не работает. Снова. Надо игру теперь перезагружать, чтобы заработало. Так, я больше не буду совершать своих ошибок, не буду налетать на эти тачки со всей скорости, потому что меня отбрасывает просто пикуля из-за этого. Давай, 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 я успею, я успею. Смог. Нет, ну все, меня здесь. Да что такое, почему? Почему меня какой-то забор-то оттолкнул, ё-моё, ну. О, господи, я вперед хотел ехать, а не назад, не вправо. Управление ужасное. Сразу говорю, ужасное. Окей. Окей. Окей, я не буду спрашивать, что это было, откуда он здесь взялся. Просто жесть. 290 тысяч, у меня уже цели нету. Нахер?
Нахер. Да господи, едь ты вперед, твою мать! Вот что я делаю не так, вот в самом деле, ну? Нет, все равно нереально. Еще 140 тысяч, осталось 40 секунд, и ни одной цели нету, смотрите. Ну, одна цель, ну и че, она мне много не даст. Вообще никого нету, да что такое-то, ё-моё. Смотрите, вообще никого нету, не осталось, ну. Я не знаю, вы тогда сделаете, если у вас ни хрена не работает вот эта хрень. То как бы я не хочу трахаться 300 лет с этим говном, чтобы циферку одну выбить. Причем тогда, когда еще не работает ничего, вот. Еще разок. Я знаю, что это очень интересно смотреть, но... Я отдал за это деньги, я не буду бросать ее на середине, это что за чушь-то такая, ну? Так, сейчас получилось получше. Намного получше. Теперь надо быстрее в них ехать. Быстрее, я говорю, быстрее, твою мать, это что такое? Я сейчас в чем-то еще застрял, окей, ни в чем вообще абсолютно. Я не разбил ту тачку, ладно. Я не буду говорить, что это было. Твою мать, да едь вперед, просто вперед едь. А вот сейчас ускоряемся. Снова ускоряемся. Во. Уже набрал дофига. Комбо-брейкер. Видимо, там какой-то офигенный комбо набрал. У меня все равно 369 тысяч, вы посмотрите на это. Просто, наверное, если бы у меня работал этот прыжок, то, наверное, было бы легче. Но, к сожалению, игра решила, что нахер. Ну-ну-ну, едь! Окей. Да блин, опять я застрял, ну. Да господи, в чем он застревает? Вот скажите мне, пожалуйста, ну, объясните мне простым человеческим языком. Твою мать, проехал. Ладно, едем просто ему навстречу. Он вот здесь катается. Катаемся просто по встречке. Я его пропустил? Я его пропустил? Какой нахер миллиметраж? Я по нему проехался. Вы о чем вообще? А как сюда это я заехал? О господи, ого! Вы посмотрите на эту чушь! Что это, блин, мать вашу было? Как мне, я не мог его контролировать вообще, он там застрял и упал сам. Охереть, у вас нихера не работает? Я должен из этого обосраться просто, молодцы разработчики, вашу мать. Да, давайте, если он упадет в воду, то и сразу задание закончится. Фу. Это была самая удачная моя попытка. Я по-любому сейчас еще буду 10 лет трахаться с этим говном. Твою мать, господи. Японский городовой, твои что? Убей дебилов, которые вот это сделали, пожалуйста. Сделай добро на свете, ну хоть немножечко.
Mexican yardgasm can you find such a mode of transportation? Outside of Hanky Bull 7, what's your favorite way to get around, Bobby? Бита талисманов, окей. You aren't afraid of heights, I take it. If I have to choose, а, закончилась комбо. Пою налево. Субоко, ты сраную! Убого, как все сделали, а? Ну типа, давайте сделаем, парни, чтоб сложнее было управлять, давай. А все, если сложнее сделаем? Не знаю. А все сделаем сложнее. Твою, да ты... Это... Все не работает не так, как должно работать, в принципе. Хотя не знаю. Может быть, все работает так, как задумали разработчики. Это коряво, убого и ни о чемно. Твою мать! Да я как я не успел доехать до них? Как? Ну как вот? Повернись назад, спасибо. То он в горку не хочет заезжать, то он не хочет в нее, блин, съезжать. Я всего... Не, смотрите, сколько за него прибавилось, за основную цель комбо. Прибавилось нисколько. Ну и чё, они еще разрушают укрытие, здание, которое я должен разрушать. Ну смотрите, все, никого на карте нету, никаких красных точек. Нет, есть что-то. Еще тачка. Ну и чё, и где? Ну вот если бы не работала сейчас шоковая волна, то я бы спокойно их сейчас убил. Но у меня не работает, и он еще не катится в их сторону. Ничего, 50 секунд, я это сделаю. Я заплатил за это деньги, я хочу играть. Я хочу получать удовольствие. Я дружно получаю удовольствие. Ну смотрите, вообще никого нету. Ну да кого мне убивать, собственно говоря? Спасибо, что хоть иногда на кого-нибудь на меня натравливаете. Чтоб я совсем не потерял интерес. Еще немножко. Еще совсем буквально чуть-чуть. Одиннадцать тысяч. 8 тысяч. И одна секунда осталась. Ну... Это без вариантов, это просто, это знаете, это даже, это знаете, это как Тетрис. Если ты прошел 15 скорость, молодец, ее никто не проходит, просто насрать, не поставили циферку, выбей ее, выбей. Это как бы реально, но как бы, ты должен этого добиться. Это как бы, не делать нехер больше, да? Я вот как бы хочу сидеть и выбивать это говно. Вот мне в прикол-то, да? У ребятки просто это так интересно. Я снова чуть не застрял. Я не знаю, как что произошло сейчас. Но я еще хуже прошел, чем в прошлый раз. Да господи, твою мать! Спасибо тебе. Ну он едет и вперед. Да что такое? Вперед! Еще вперед! Еще вперед! Твою мать, просрал комбо. Все. И, наверное, можно больше не надеяться, что я сейчас что-то себе сделаю, потому что... Ну, что я корявый какой-то. Может, я, конечно, не умею играть или еще что-то. Я должен всех раздавить. За одно комбо! Офигеть. Да. Я, конечно, офигенная комбо выбил, но... У меня даже сейчас всего лишь 363 косаря. Зачем мне сейчас дали возможность выбрать что-то? Я, конечно, дожал бы это, я, конечно, был, но... Зачем мне сейчас возможность выбирать оружие? Тебе ее нельзя отключить? Да, я что, не проехался по нему, что ли?
Спасибо за то, что приехали. Посетили этот семинар кретинов. Имени меня. Он проехал мимо. Это просто зашибись. Какой шанс был того, что он проедет мимо меня? Ну, наверное, мимо меня-то все проезжают постоянно. Смотрите, это просто... Нет, у меня сегодня день какой-то невезучий. Он один раз проехал мимо меня, второй раз он... я подпрыгнул на чем-то. Хотя даже не хотел этого делать. Stupid! This is so stupid! Да, это сделано мне еще на 50 кс, у меня всего 30 секунд! Да! Да не... Управление просто... Такое ужасное. Вот куда этот говнюк уехал? Стойте, падлы. Стойте. Ох. Не, без вариантов. Да это невозможно просто. Это я не знаю, каким-то миллиметровщиком странным надо быть. Это что за тупость такая? Если бы все хорошо работало, но работает все коряво и ужасно просто. У меня еще не работает этот чертов импульс. Какого хрена у меня шоковая волна не работает? Игра, твою мать. Seems to be the perfect way to cruise around the city of Steelport. But only in sexy can the orgasm can you find such a... Нет, 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 вперед! Вперед, твою мать! Твою мать, вперед! Да вообще все собрал, но вперед ни за что не поехала, твою мать, а! Да блин, это просто капец! Я не знал, я нажимал кнопочку вперед, вправо, влево, но нет, она просто ехала вперед, пока сама не смогла выехать оттуда. Вперед, пожалуйста, спасибо. Я стоял сзади. Нет, ей невозможно управлять просто. Это... Если я тормозну, то будет... Комбо потеряется. Если я не тормозну, то вообще капец какой-то, блин. О, заработало. Наконец-то. Стойте. Я дебил. И это я дебил, пардон. Это не игра. Нужно было... Нужно было правый триггер нажимать, но не... Но не кнопку А. Вау, я жгу просто. Да, это я затупил ужасно. Пардон за это. А я что нажимаю кнопку А? Я думаю, вот что-то у меня в голове поселилось, что кнопку А надо нажимать. Из-за чего? Почему кнопку А-то? Я не знаю, слушайте, нажимал кнопку А, думал, что на кнопке А, вот... Вот прямо в голову записал, что кнопка А, кнопка А. Оказывается, на правом триггере на кнопке выстрела. Да, я жгу, я знаю. А все равно хрень. Ну уже лучше 10 тысяч за 30 секунд смогу заработать? Смогу, если кто-нибудь ко мне приедет. Вон сзади, чувачки. Наконец-то. Пардон за это. Это я сам тупил. Ну, все равно бы это не получилось пройти с первой попытки, потому что надо было понять, что делать. Охренеть, какая жопа. Господи. Ну, я джок, конечно.
Номер сексуальной киски есть в меню телефона вашего мобильника, она поможет святым в бою. Спасибо, конечно. Теперь можете, это я тоже всегда мечтал сделать. Есть три машины. Номер братка с Ярни. Ярни — это клубок. Есть в меню телефон вашего мобильника, он доставит в бой Ярни. Вау. Может быть, на клубке кататься по городу. Спасибо, мне этого хватило.